Термоядерный приветик. С вами товарищ Атомный и игрушка тысячи алкашей. Осталось всего лишь 12%. А сможем ли мы уложиться в 100 серий или все-таки будет немного больше? А ваши предположения пишите, очень интересно узнать. Ну а сейчас, к сожалению, с ордой вот этой зомби очень сложно справиться именно с этими толстяками из Макдака, они жирные. И я пробовал даже мутантами их уничтожить, а это вообще ни о чем. А лучше их уничтожать именно такими обычными войсками. Но пока я не увидел особой эффективности, я не знаю, как их убить. Поэтому перейдем к простой орде. Вот у нас есть... Орда зомби, 440 очков дастся нам империи. Здесь получается болотники, лидеры, поселенцы, ну много всяких. Я думаю, я с ними справлюсь легко. Будет стандартная тактика: в центре снайпера, снаружи солдаты. Ничего особого придумывать нового я не буду. Поэтому все достаточно просто пойдет. Кто бы мог подумать, что на самом-то деле вот эти толстяки из Макдака, они настолько опасны, что просто неизвестно, что с ними делать и как с ними бороться. Если вы знаете, как бороться с ожирением Макдака, напишите, пожалуйста, потому что я не имею представления, как с этими жирдями бороться. Ну, вы видите, немножко так снайперов, сколько на... нормально. Пойдет. 133, давайте до 150 где-то можно. Снайперов установить, снаружи уже поехали солдаты. Максимум, пионеры именно. Смотрите, сколько их. Посмотрим, как получится бороться. Выйдет ли это эффективно или нет. Так, ну, пока поставили нормально. Здесь больше всего, кстати, почему-то именно проход. Ну, такой самый широкий. Поэтому давай здесь побольше солдат наставим, побольше пионеров. Пускай они все работают. Так, ну там нормально прям, я смотрю, вот тут можно еще, да, наставить. Все, осталось чуть-чуть очков. 296, 300 буквально. 400 очков, это еще десяточек их остался тут чуть-чуть. Давай, 20, все, готово. Начинаем старт. Пауза. Нет, стоп, пауза. Вот. Переходим по атаке самого сильного. Давайте к центру. Есть. И... не-не-не. Все пионеры. Все выбраны. Почти все. А тоже атака по самым сильным. Давайте концентрируемся. Отлично. А вот эти ребята что стоят? Тоже пошли. Оп. Так, еще давайте. Снайпера, сходимся. Давай, проще, наверное, вот так вот просто взять и пододвинуть их сюда. Стоп. Вот эти ребята сюда. Стоп. Отлично. И вот эти ребята вот так сюда давай. Стоп. Так, что здесь? Оп. Стоп. Все стали, да? Хорошо. Оп. Давайте, погнали. Ну что, я думаю, с этим справимся. Все, можно даже увеличить время. Поставить. Пока эти толпы не представляют никакой угрозы. Да, их много, но тут не будет великанов. Я не видел, чтобы здесь было как-то много этих самых толстяков, хотя бы обычных. Но вот что с великанами делать, непонятно. Конечно, это даст мне плюс 440 очков, но это буквально сколько? 20-10, ну, где-то 15 снайперов или почти 20-ка, там получается 18 этих солдат.
добавят. Это, конечно, хорошо, но это все равно не решит никакой проблемы с толпой. Я максимум могу перебить пока только половину великанов. Даже когда я ставлю заборчики, чтобы они проходили вот эти помехи с заборчиками, очень быстро заборчики сносятся. Если бы было бы что-то покрепче, ну не знаю, спирт, например, да, покрепче. О, тут очередь, конечно, идет за едой, за спиртом. Но мы стоим и храним. У нас просто в нашем аванпосту стоит, конечно же, самогонный аппарат. Жаль, что туда никого посадить нельзя. Это было бы логичным. Но как-то не додумались они до переносных башен мобильных. Ну, идет отстрел планомерный. 26 тысяч. Уже... сколько? Уже пару тысяч отстреляли. Я не думаю, что на самом деле будет какое-то большое изменение и как-то все слишком тяжело. Нет, а все очень просто получается. Они даже не успевают доходить. Наши зомби стоят вот так вот потихоньку. Можно только смотреть, сколько их, видите. Как в супермаркет на скидке. Со всех дверей, со всех щелей. Скидки. Кстати, реально, многие вот эти всякие политики не понимают, как вывести людей на майданы и площади. Все очень просто делается. Вы колбасу бесплатно раздайте на центральной площади или водку. И серьезно, туда придут люди, которые готовы будут снести власть. Без всяких шуток. Вы можете посмотреть на Ютубе видео, там, где за дешевые яйца, за бесплатно раздававшуюся колбасу, люди чуть ли не дрались. Вот, а если колбаса и водка, это вообще жесть комбинация. Вот вам и революция. Гораздо проще вам революцию устроить, чем кажется. Просто никто не хочет. Все делают вид, что не могут, но не хотят на самом деле. Всех устраивает коррупция, воровство, все эти бандиты у власти. Это именно то, чего люди 30 лет хотят и что нравится. Блин, кровь прямо, не знаю, хлещет. Вы видите это, да? Внизу. Хлещет кровь. Ну, они подходят потихоньку, я смотрю. Тем не менее, все становятся более опытными, а раз опытные, это плюс, считай, 25% урона повышается, поэтому... Ну, а вот лапки здесь уже свои, они почти до... дотягиваются лапками к пионерам самым передовым. Но тем не менее опыт пошел, поэтому 20 тысяч, 5 уже, 8 тысяч уже уничтожено. Блин, геноцид алкашей. Надо записать в статуты ООН, что массовые убийства алкашей — это тоже очень плохо, нехорошо и нельзя так делать. Пока как-то не совсем понятно, по какому принципу и кто повышается. В основном я смотрю... Нет, почему? И ворошиловские стрелки, и пионеры повышаются. Но я не вижу вот именно большое число пионеров повышенных. Их как-то вот здесь вот, ну, штучки 3-4 там. С этой стороны 4 штучки, вот где-то с каждой по 4. Я думаю, больше снайпера. Вот 5 снайперов повышенных, да. Снайпера первое повышение получают. Это точно. Ну что, сколько здесь осталось? Да, 60 опыта только набил. Так мало. 94, 80. Ну да, есть те, кто мало набил, а есть те, кто много. 17 тысяч осталось. Боремся. Боремся за выживание. Блин, сколько же здесь крови. Вот это реально, смотрите, снег и кровь. Снег и кровь. Ну, легкая задача. По сравнению с теми великанами, это очень легкая задача. Но даже имея дополнительные 440 очков империи, я не знаю, как завалить тех великанов. А их завалить надо, потому что там потом миссия будет, которую нужно пройти и получить очки науки. И они помогут уже в финальных боях. Я так думаю, осталось буквально два больших сражения. И вот эта миссия как раз с... как их там... жареная птица или жар птица, что-то такое, как-то так она называется. Феникс, во, феникс. Жареная птица. На сковородочке такая... жареная птичка.
Феникс. 14 тысяч осталось. Феноменально, конечно же. А вот синие такие снайпера. Видно, какие еще не повышены. Которые сзаду. А вот все синие, это уже повышенные. Да, те, которые выпили, те и повышены. И никого не убили. 337, как и было, пионеров, так и осталось. И 140 снайперов. Что-то интересно было бы. Ну, если бы одних снайперов поставить, то это была бы проблема. Они бы не успевали отстреливать всех этих самых зомби. Поэтому внешний ряд из солдат, из пионеров нужен. Потому что они быстрее стреляют, у них больше урон, чаще они выстреливают, и поэтому большую толпу как раз сдерживают. Но ни одного толстяка до сих пор не было. Это удивительно. Хотя вроде как бы все виды зомби ползут. И вы видите, что вот здесь вообще ничего не надо делать. Просто себе стоишь в центре и спокойно отстреливаешь этих зомбаков. Никакой напряги. Хотя это пятая сложность. А вот с этими самыми великанами вообще неизвестно, что делать и как их отстрелить. Поэтому такая вот сложность. Так, 11 тысяч осталось. Ну все, это финальная волна. Смотрим, как добивают. Все получили повышение. Жалко, у потом всех этих ребят нельзя брать на другие миссии. Только в этой миссии не получают повышение, а потом исчезают в неизвестном направлении. Но было бы еще интересно статистика, чтобы узнать не только сколько всего я зомби убил и по видам, таких зомби, всяких зомби, там сколько перебивал, а еще было бы интересно, сколько я солдат построил, сколько снайперов, сколько из них погибло, сколько выжило. Такая развернутая статистика. Мне бы было бы приятно посмотреть и видеть всегда в профиле. Во второй бы части я бы ждал. Что от второй части я ожидаю? Ну, первое, это, конечно же, поправка всех вот этих глюков, добавка статистики. То есть, какие глюки? Ну, вот эти миссии, где вот ты поставил по центру солдата и ничего больше делать не надо. Это не очень-то интересно. А вот такие... Я очень ожидаю управления улучшено. То есть, когда можно... Вот здание, например, заказываем, да? Заходим, и отмена, и раз полностью убирается меню. А если отмениваешь здание, то просто возвращается в то меню, из которого строил. Есть такие штуки, которые стоит поулучшать. Сделать чуть лучше менюшки. Оптимизировать. Потом... Вот это же статистика, про которую говорил. Более разнообразные задания. По крайней мере, вот эти волны, они какие-то вообще, ну, никакие. Вначале были сложные, там, где надо было подумать. Еще пару миссий было таких, где подумать нужно сделать вот с этими великанами. А все остальные проходятся вот так. Выстроил солдаты и все. Ты стоишь на это, смотришь и спрашивается, в чем смысл игрового процесса. Ну и, конечно, главная фишка – это совместное прохождение. То есть, чтобы можно было вдвоем либо вытарбливать друг друга, либо, ну, то есть так, соревновательно, кто круче, валить друг друга, и зомби вот эти идут. Или совместно строить разные колонии, и кто выживет, а кто проиграет, или вместе выдержать. Поэтому это было бы интересно посмотреть и таким образом посоревноваться. Ну, в принципе, и все. 3D я не вижу особого смысла в 3D. Я бы еще хотел, чтобы все вот эти трупы, которых наубивали, они бы оставались. Есть такая игрушка Myth of the Fallen Lords. Вот там убийство всех врагов, все трупы остаются. Они еще по частям разлетаются. Там кровячка такая, ну, мясная игрушка, очень классная. Может, когда-то я пройду. Будет интерес, будет время, не будет никаких других игрушек, которые более актуально поиграть. Я ее запущу и постараюсь пройти когда-нибудь. Но она классная. И мне вот The Abilance чем-то напоминает ту игру. Но здесь все трупы пропадают, а там остается. Там головы отлетают, там руки, ноги, все вот в поле боя в крови получается. Такое круто сделано. Вот это мне бы хотелось бы. Ну и если вводить 3D, то вот такую, как именно в Myth of the Fallen Lords ввести, очень подошла бы такая трехмерность. Ну а классическая, так как есть в Warcraft или в каких-то других, то нет, не надо. Вот только испортится игрушка. Знаете, есть игрушки, которые перешли в 3D и испортились. Например, так было с Кармагеддоном. Тоже кровавая игрушка очень, но когда она перешла в 3D, то вся эта кровавость стала вообще никакой после спрайтов. Вот так вот.
Ну что, есть те, кто не получили повышение. Сколько же здесь голубеньких этих снайперов? Они что, теперь друг друга любят? Интересно. Они либо синие от спирта, которые набухались, либо у них нетрадиционная ориентация. А может, это и другое вместе взятое. Кто его знает. Итак, получается 15 минут, да? Было вот это, мы смотрели эту мочиловку. Невероятную. Ну все, тут осталось. Буквально. Можно даже пойти и направить их всех в атаку. Пускай добьют всех зомбаков. Победа, ничего сложного. Видите, этот бой легкий. Отлично. Вот, 440 очков еще получили империи. Теперь где тут очки империи? 10660. Угу. Ну и осталось, получается, высокогорье у нас. 360 очков науки. 300. Ну, здесь очки империи уже не имеют особого смысла. 90%, осталось 10%. Я думаю, все-таки здесь одна. Вот, и еще вторая, наверное, миссия будет. Да, две такие и вот Феникс. Проект остались. Уложимся ли мы в вот эти 100 серий? Посмотрим. Ну, а теперь что? Снова орда зомби. Нужно подумать, как бы ее решить. Как бы решить эту проблему и что сделать, чтобы победить их? Я пока не знаю. Я, наверное, возьму сейчас медицину, которая дает плюс 20% жизни всем войскам. Соответственно, теперь они чуть живучие. Может, они выдержат такие удары. Я не знаю. Наверное, нет, но мало ли. И еще я возьму колючую проволоку. Посмотрю, как с таким проходить набором. А значит, тактику я решаю применять прежнюю. То есть, я сейчас буду заделывать вот такими вот заборами все, что можно. И после этого между ними, наверное, положу как раз сеточку вот эту, которую я взял. Ну, а потом солдаты, и попробую сделать что-то вот с таким раскладом. Я сомневаюсь, что из этого хоть что-то выйдет, но другого варианта у меня просто нет. Вот этот я уберу, потому что как раз в прошлый раз из-за этого заборчика застряли ребята. Ну что, погнали? Пошли сюда. Опа, отсюда пошли вначале, да? Хорошо. Пошли сюда. Вот эти ребята, пошли сюда. Давайте сюда. Стоп! Стоп. Так, вот эти ребята отходят назад. Эти ребята живо назад. Стоп. Пошли сюда, снайпера. Сюда. Давайте назад. Снайпера, к сожалению, им нужно перемещаться, вот, и поэтому... Пошли сюда, давайте, ведите их отсюда. Пусть отвлекаются. Блин. Отходим сюда. Давайте, давайте, давайте. Назад, назад, назад. Стоп! Вот эти солдаты сюда. Стоп. Сверху пошли, да? Отлично. Хорошо. Отступаем. Стоп. Вот эти ребятки. Давайте живо сюда. Снайпера тоже отходим немножко. Стоп. Вот эти солдаты сюда пошли. Давай.
что здесь... Здесь фактически перебили всех, да? К сожалению, всех перебили. Пошли сюда. Через атаку давайте идете сюда. Так, вот эти ребятки, давайте отходим. Уходим, 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 уходим. Снайпера. Есть, одного убили. Отходим сюда. Что здесь? Пошли сюда. Давайте, давайте, давайте. Стоп. Еще два идут. Пока уничтожили только два. Вот эти ребята живы сюда. Так, вот эту часть, ребят, сюда уводим. А вот эту часть вот сюда. Добивайте, добивайте, добивайте. Да, конечно, очень дорого это все обходится. Здесь придется сюда большую часть вести. Через атаку. Ну, отходите, отходите, снайпера! Давайте убейте вот этого. Вот эти снайпера через атаку пошли сюда. Наверное, надо попробовать вообще чисто снайперами. О-о-о, куда вы побежали? Нет, в этот раз еще хуже. Давайте заново. Теперь я попробую как раз вот этими сетками установить забор, который наносит урон врагам и заставляет их передвигаться медленнее. Попробую через это пойти. И в этот раз я уже не буду закупать солдат, а в основном будут одни снайпера. Ну как, солдат чуть-чуть там. Буквально пару штук. Так, теперь мне нужно... Давай-ка по паре лучниц вот здесь вот поставим. Комсомолок. Если что, отвлекать они будут. Их задача именно отвлечь на себя. Все, вот так. А теперь все вот это снайперами заставляем. Сколько? Почти 297 снайперов, да? Нормально так. Так, здесь хорошо. Вот тут вот я хочу больше снайперов поставить. И здесь. Ну все, что, погнали. Старт. Ага, пошли отсюда вначале. Хорошо. Давай-ка здесь. Группируются. Все, стали. Комсомолка. Давай, стреляй. Опаньки, они прямо очень сильно зашли. Отходим. Что-то их вообще никак не останавливает это все, да? Ну, словом, вообще никак не останавливает. Пошли отсюда, пошли. Понял, вот эта сетка, она вообще не имеет никакого значения. Она ни о чем. Понятно, здесь только снайпера нужны. Сетку можно убирать, а то на нее вообще не стоит тратиться ресурсами. Ну что, новая попытка. В этот раз я решил отвлекать с помощью мутантов. Вот, они будут принимать на себя удар, а снайпера будут атаковать. Посмотрю, что с этого получится. Ага. Пошли отсюда, хорошо.
Давай пока вот так вот. Собраться. Мутант еще сможет и даже нормально атаковать. Так, давайте. Стоим пока. Через атаку двигаемся вперед. Мутант, твоя задача отвлекать. Пошел, пошел, пошел. Крути, крути их. Отходим. Вот теперь в атаку. Давай, 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 подводи их сюда. Бомба. Отлично. Как пока? Нормально, пока разводят. Единственное, что здоровья мало. Есть, одного убил. Убили. Так, ребятки, отходим. Мутант, иди. Убивай, убивай его. Есть. Все, пошел отсюда. Эти ребятки, давайте убивайте. Стоп! Speak, my pathetic human. What? Да твою ж мать! Давайте. Speak, my pathetic human. Our forces are in danger. Есть, атакуют, хорошо. Ну? Почему все стоят и до сих пор не стреляют? Давай сюда, 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 сюда идите, ребята. Давай, 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 отходи. Что здесь у нас? Убили, но снайпера выстояли. Там у нас пошло, да? Это, конечно, я не подготовился, чтобы собрались они все вместе. Зря. Вот. Ну все, атакуем. А вот этот парень, давай-ка бежи сюда. Все, через атаку пошли сюда. Отлично. Так, что здесь? Отходим. А все остальные пускай атакуют. Давай, пошел сюда. Нужен очень мутант. А эти чё стоят? Ребята, через атаку сюда пошли. Так, давай пошел отсюда. Ну, что сказать, здесь они справляются. Вот этот мутант пойдет прикроет с той стороны, с которой будут идти снова. Да-да-да, побежал. Отлично. Что здесь? Пошел сюда. Ой, нет, убили, к сожалению, одного. Угу. Давайте сюда отойдем. Вот эти снайпера подойдут сюда и будут атаковать с нескольких сторон. Да,
Отходим, отходим, отходим. Кто это опытный? Нет, это не опытный. Ну, тут получается уже что-то более или менее. Единственное, что нужно отходить этими снайперами. Стоп! Отлично. Убили. Все, давай вставай вот здесь. Значит, снайпера парочку выведу вперед специально, чтобы они стояли и отвлекали на себя, если что. Что тут? Вот эти снайпера пошли сюда. Мутант, давай, давай, давай. Манси их всех. Так, давайте, вот эти снайпера сюда подойдут. Вот эти тоже сюда. Кстати, можно здесь-то, в принципе, замутить какую-то оборону и поставить много снайперов, чтобы, если что, они атаковали здесь. Сверху еще идут. 14 осталось, но в целом, конечно... Так, вот эти ребятки. Живо отойти. Оп. Опа-па-па. Давай. Ой-ой-ой-ой. Ребятки, отходите. Вот эти через атаку сюда. Давайте разойдемся здесь. Вот эти снайпера, пожалуйста, живо сюда. Вот эта толпа сюда разойдется чуть-чуть. Отлично. Этот вот так. Здесь снайпера подходят еще сюда. Вот это, давайте, атакуйте. Так, ну хотя бы одного завалили. Так, вот эта толпа сюда отбегает, вот это сюда отбегает. Разбегаются. Разбегаются. Ну все, можно уже убегать этим мутантам. Он мне понадобится еще. Здесь справятся. Отлично. Вот эти через атаку идут сюда. Вот эти через атаку идут сюда наверх. Так, одиночки расходятся сюда. Как приманка. Все. Вот эти. Толпень сюда пошла. Пошел, мутант. Давай, 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 давай. Сюда пошли. Ну давай через атаку. Чё? Мутант. Отвлекай их. Пошел, пошел сюда. Давай. Пусть пока они там думают. Так, вот эти ребятки живо сюда. Стоп! Через атаку пошли атаковать. Одного отвлекли, отлично. Ну
Вот, вот эти ребята сюда, это сюда. Через shift. Мутант все еще жив. Отсюда идут. Ну, тут нужно по-любому вот так вот. Одиннадцать осталось, но я не знаю, как выстоять здесь. Пока это лучшее, что можно придумать. Да стоп. Давайте, идите, убивайте вот этого. 9 осталось, да? Если бы, конечно, еще мутантов, но мне не получается еще мутантов. Слишком... Не знаю я, как это... Как его убивать. Пошли, пошли. Вот эта часть сюда, вот эта часть сюда. Как это все сделать? Вот эти ребята тоже пошли сюда. Ну, башню пускай вытарбливаю, да? Все, стоп. Давайте, убивайте. Отлично, но тут уже осталось буквально вообще понты. Я ничего не сделаю. 7 осталось, да? А, ну я же говорю, 15 можно убить, а вот больше я не знаю, как убивать. Башня чуть-чуть сдержала. А почему вот эти стоят и ничего не делают? Ну все, поражение. Отлично все было. Теперь давайте атакуем. Атакуем. Значит, пройти сюда попробуйте, да. Так, расходимся, расходимся. Сюда пошли, сюда пошли. 6 осталось, да? Ну, как я и говорю, что не успеть их. Вынести. Давай еще. Сдавай, пошли сюда. Сколько осталось? 91, да? Ну хорошо, я убью, допустим, 6, 5, 4 останется. Я не смогу добить последних 4. Вот этих двух я не смогу добить. И еще не смогу, никак. Ну, наверное, еще точно так же пытаться и как-то лучше это все разрулить, да? Вот эти сзаду, пускай они отходят, сюда идут. Готовятся принимать вот этих ребят. Есть, одного завалили. Так, вот эта толпа, уходим отсюда. Стоп! Здесь всем рассредоточиться. Так, вы попробуйте пройти и прорваться вперед. Здесь уже смысла не имеет. Давайте живо сюда. Эти все сюда. Вот эти ребята добивайте. 4 осталось. Если бы, конечно, вот эти 2 остались финальные, то тогда, да, тогда бы победили. Но так, пока это невозможно, я думаю.
Выходим еще, выходим сюда. Самое главное... Ага. Все понятно. Идут снизу последние два. Ну, убивайте, убивайте уже их. 71. Уходим, 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 уходим. Все, через атаку пошли сюда. Здесь, ребята. Давай, добиваем. По одной. Отлично, там просто хорошо. Он отвлекся на мелочь всякую. Есть один. Один готов. Так, расходимся. Расходимся, расходимся здесь. Осталось чуть-чуть, буквально. Смогут ли вот этого добить? Ребятки. Давайте, давайте, давайте. Последние остались. Последние три. Но я думаю, не справятся. Уже тут не хватит. 7.57 осталось снайперов. Да, к сожалению, не хватит. Уже видно. Расходятся. Давай по разной стороне. Но в целом тактика правильная. Наверное, надо будет еще пару раз так попробовать. И тогда будет все хорошо. А снайпер пошел сюда. Этот снайпер пошел сюда. Давайте. Рассредоточимся максимально. Ну, добьют. Верхнего добьют, не спорю. Все. Можно вот этих посылать в атаку сюда, нижнего добивать. Давай, пошли. Давайте, давайте отсюда. Пошли последние два. Я, наверное, не смогу вытянуть, к сожалению. Ну, никак не получится вытянуть этих последних двух. Да. А, к сожалению, вышку. Почти, почти. В этот раз я использую всего лишь три муданта, но я использую больше снайперов и солдат, потому что 1000 сэкономил. Попробую вот так же размениваться, как я разменивался. Посмотрим, что из этого получится. А смысл теперь здесь в чем? Я вот сделал такие немножко... как бы ловушку. И здесь больше атакующей мощи получится. Вот, собственно, на это я и рассчитываю. То есть, получится больше атакующей мощи, и, соответственно, больше урона получится нанести, да? Снайпера здесь пусть собираются. Солдафончики. Вот тут тоже пусть соберутся. А здесь вот снайпера вот. Здесь и здесь. Ну, застрял. Отлично. Все, снайпера здесь работают. Итак, смотрю, что из этого получится. Солдат я использую, потому что они быстрее бегают, и они лучше могут, ну, поняли, да, использоваться как мясо и там что-то отмансить. Как-то типа того. Стал здесь. Закрывает Пашу сюда. Давай одного солдата подводим. Не-не-не-не! Давай сюда. Отлично! Отлично, одного мутанта замочили. Так, давай, пионеры, бегайте сюда. Держите, сверху будет.
Отлично. Так, можно здесь всех выбрать? Пионеров, отдавайте сюда. Опаньки. Ну, тут все понятно, что с ним будет. Да-да-да, пионер помер один, а твоя тоже очередь помирать. Ну, круто, минимальным вообще-то количеством войск сейчас забили. Мутант идет сюда. Мутант нужен мне вот с этой стороны. Отлично. Одного подловили. Знаешь что, мутант, давай-ка уходи отсюда, снайпера убивайте. Пионеры, пошли давай. Я сейчас их попытаюсь потихоньку расходовать, да? Не по куче, а по одному. Так, все стали сюда и побежали. Мутант. Отходим. Снайпер тоже отходим. Мутант. Работай, работай, работай. Да-да-да, давай, 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 давай. Принимай. Есть! Второго убивай. Здорово. Пока все хорошо. Давай, пионера, сюда. Мутант. Отходи. Еще один пошел сюда. Давай. Еще пошел. Да, неудобно я с пионерами, конечно, обращаюсь, да? Ну, а что поделать? Вот этот пошел сюда. И следующий пошел за ним. Есть, здесь все. Мутант. Давай-ка. Пошел, пошел их держать. Чуть-чуть отойти. Стоп. И давайте работайте. Что с мутантом? Нет, мне мутант нужен. 3 жизни потрачено. Здесь нормально. Еще выстоит. То есть эти мутанты еще могут как минимум по одному. Одну волну подержать. Пошел, пошел, пошел. Мансих. Манси, давай, давай, давай. Вот это плохо, конечно. Снайпера, пошли отсюда. Давай, 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 сюда. Так, что сказать про пионеров? Отходят, пускай. Вот этот пускай выходит сюда. Сюда, давай, давай, давай. Отлично. Убивают. Так, здесь все стоят. Шикарно. Все, просто шикарно. Мутант пошел сюда. Пионеры становятся здесь на проходе. Пошел сюда. Давай, давай, давай. Ну, все понятно, чего его ждет. Все, справились. Давай-ка сюда. Еще сюда, хорошо. Где? А где еще один мутант? Эй. Пошел, пошел, давай, 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 выходи. Ну, нормально, пускай будет так. Так, 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 так. Пожалуйста, снайпера, отойти сюда. Стоп. Мутант. Отвлекай их. Отвлекай вот этого. Все, пускай на него, да. Отлично. Пионеры, пошли, пошли. Нормально. Пионеров можно так разменивать. Есть!
Ага. Так, ребятки все, давайте-ка убиваем. Мутант отходит. Вот эти ребята живо сюда. Все, хорошо. С мутантом разобрались. Давай вот этого чуть-чуть повыше, может понадобится здесь. Пионеры. Пошли сюда. Еще один пионер пошел сюда, давай. Отлично. Ну и тоже пойдет сейчас. Пошел. Ах, теперь стрелков нужно ворошиловских отправлять. Давай, пошли, пошли, пошли. Отлично. С этой стороны. Половину мы разобрали уже. Половину разобрали. Отходи. Пошли сюда. Мутант, пока отходи. Пионеры побежали. Да какого хрена они пошел на снайперов? Давай сюда. Отходим. Не трожь ты снайперов. Чего они тебе сдались? Есть. Здесь убили. Остались только вот здесь. Пошел сюда. Вот там, бей его. Отлично. Побежал, побежал. Хорошо. Еще выходим 9 осталось, но в целом я смотрю уже все хорошо. Мутант. Давай-ка сюда. Давай, побежал еще один пионер. Наверное, многие не... Кстати, записывайтесь в пионеры. Это просто прекрасно. У вас будут такие интересные опыты, ребята, поэтому записывайтесь в пионеров, не стесняйтесь. Сейчас самое время. Отлично. Здесь уже все. Давай, пошел один пионер. Второй чуть-чуть отойдет, пускай. Пошел, давай. Отлично, побежал. Не-не-не-не-не, только Ник, зачем тебе стрелять снайпера? Зачем тебе снайпера? Мутант, давай-ка его. Пошли сюда, пошли сюда, этот сюда. Мутант. 8. О, мутант! Уходи отсюда. Хорошо, одного убили. Есть и второго великана сейчас убивают. Ну, вот эти. Давайте, ребятки. Работайте. Все, мы справимся. Мы справимся. Уже я вижу по количеству тех, кого мы имеем, что все справится. Давай, пошли сюда, пионерчики. Это, конечно, победа. Большой ценой, но, тем не менее, победа. Мутант побежал. Отлично. Так, вот этих пионеров давай сюда. Отлично. Ну, вот как раз еще бегут. Пионеры. Пионеры, пошли сюда. Пошли. Ну, идешь за мутантом.
Отлично, с мутантами справился. Так, теперь здесь, давай-ка, здесь парочку пионерчиков выстроим. В целом, так, эти снайпера пошли сюда, пошли работать. Пионеры, 4 осталось, ну все, это уже точно победа. Да, тяжелый, конечно, бой. Пришлось придумывать, как проходить его. Очень много. Сколько? Я 6 или 7 раз переигрывал. Я, конечно, надеялся, что я быстро с этим справлюсь, но нет, к сожалению, быстро вообще не получилось. Снизу идут. Мудант. Иди как раз. Это последние, да? Это уже последние два. Пошли все сюда. Давай же вот сюда. Ну, тут с одним справились. Давай, давай. Побежали. Мутант, сдерживай их. Все, эти перенаправились. Пошли сюда добивать, да. Ребята... Через атаку. Мудант, давай сюда. Давай, 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 побежал. Теперь сюда. Давай, давай, давай. Выживет ли мутант? Есть, большого одного разбили. Последний. Так. Давай-ка, все снайпера. В атаку добивать. А все пионеры, какие остались, в атаку добивать. Пошел сюда добивать. Нет, этот мутант уже останется отдыхать, этот тоже. Все три мутанта остались живы, прикиньте. Нет, 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 не трожьте его. А, нет, два, к сожалению, остались живы всего лишь. Один на один, да? Побежал. Да, сложный, конечно, бой был. Победа! Да! Седьмой раз! Седьмой попытки! Самая сложная волна из всех, которая была. Прекрасно! Ну, теперь время к проекту Феникс перейти.